Первыми водителей встречают сотрудники технического осмотра РО управления ГАИ. Они тщательно исследуют транспортное средство. Тут и проверка подлинности идентификационных номеров кузова и двигателя. Также проверяют техническое состояние автомобиля. На этой линии проводят осмотр транспортного средства, то есть проверяют тормозную систему, также световые приборы, ближний и дальний свет. Проверяется, есть ли в наличии тонировки боковых стекол. Также эксперт наш проверяет, есть ли внешние воздействия на ВИН-код машины. С заключением экспертов водитель приходит в единое окно. Специалисты регистрационного отделения в обязательном порядке проверяют автомобиль через единую базу Центра обработки данных МВД, куда внесены все так называемые проблемные автомобили, машины, которые числятся в угоне или арестованные. Если транспортное средство подозрений не вызывает, документы принимают на обработку. Любой транспорт по Абхазии регистрируют, перерегистрируют и снимают с учета здесь. На все процедуры уходит около получаса. Необходимо наличие паспорта гражданина Республики Абхазия, его личное присутствие. В случае отсутствия данного гражданина необходима нотариальная доверенность от его имени для осуществления данных действий. Также регистрационное действие не может быть произведено при наличии административных штрафов либо каких-либо ограничений. Ранее автовладельцам приходилось переходить из одного кабинета в другой, чтобы зарегистрировать транспортное средство или получить номерные знаки. Отныне все услуги оформляются в одном месте, с минимальным пакетом документов и, главное, в максимально короткий срок. Это основные преимущества нововведения. В связи с требованием руководства страны и Министерства внутренних дел Республики Абхазии в части улучшения качества работы регистрационного подразделения управления ГАИ, оптимизации получения гражданам квалифицированных услуг, было проведено ряд новых изменений и технологий, которые ускорили выдачу свидетельства о регистрации автотранспорта. Ежедневно каждый сотрудник регистрационного отделения обслуживает до 20 и более человек. По словам автовладельцев, единое окно – очень удобное нововведение, которое заметно облегчило процесс оформления документов. Данный проект реализован благодаря поддержке министра внутренних дел Республики Абхазия Дмитрия Сергеевича Дбар. Также благодарим за спонсорское участие руководства компании «Акро Плюс», Сухумский пивоваренный завод. По указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар, в ближайшие дни помещение регистрационного отдела будет оборудовано системой видеонаблюдения.